7 октября церковь празднует память святой первомученицы Феклы. Святая Фекла родилась в 30-х годах I века в городе Иконии в знатной семье. Девушка была обручена и готовилась вступить в брак, но, услышав проповедь святого апостола Павла, посещавшего Иконию, отказалась от брака. Святая Фекла приняла крещение и решила посвятить себя Богу, последовав примеру своего наставника, апостола Павла. Узнав о решении девушки, ее родители и жених очень опечалились. Сначала они пытались убедить Феклу не отступать от местных обычаев, но святая осталась непреклонной. Жених Феклы рассказал правителю города о том, что некий Павел проповедует в городе новое учение, убеждая жителей нарушать отеческие законы. Апостол был схвачен, а затем изгнан из города. Фекла также была приведена на суд к правителю, где свидетельствовала о своей вере и о том, что добровольно отказалась от вступления в брак ради служения Христу. За отказ подчиниться святую пытали и даже хотели казнить, но затем отправили в Антиохию. Там за Феклу заступилась супруга наместника города, полюбившая святую Феклу за искренность и твердость веры. Святая возвратилась в родной город. Своим примером и добродетельной жизнью святая Фекла обратила ко Христу свою родную мать. Святая Фекла скончалась в преклонном возрасте.